Привет всем! Меня зовут Татьяна Андреева. Сегодня я покажу вам простой способ сделать интересную и удобную раскладную косметичку. Свою косметичку решила сделать из ненужного домашнего платья. Итак, по шаблону, который можно скачать по ссылке в описании к этому видео, вырезаем нужную деталь с припуском в 1 см. Дальше подворачиваем оставленный край строго по линии, наметываем или прикалываем булавками. Потом нужно вшить молнию. Расстегиваем молнию и вшиваем ее вдоль края детали. Начинаем вшивать из этой точки, если молния с двумя собачками, и из этой точки, если молния имеет только одну собачку. Я скрепила молнию булавками, наметала ее нитками, чтобы проверить, ровно ли она застегивается. Собачки в моей молнии смотрят в разные стороны, а мне нужно сделать так, чтобы они были направлены друг на друга, чтобы, соединяясь, они застегивали косметичку. Я изменила положение собачек, отрезала лишнюю длину молнии и закрепила нитками край молнии. Швейная машинка пришила молнию к косметичке. Сама косметичка готова. Я решила добавить цветочек. Из фетра или вискозно-кухонной салфетки вырежем две полоски размером 25 на 3,5 см. Сворачиваем каждую полоску пополам, еще раз пополам и еще раз. Обрезаем сверху полукруглую форму, разворачиваем, собираем на нитку по нижнему краю наметочным швом одну полоску за другой. Туго стягиваем нить, закручиваем цветочек вот так и фиксируем стежками. Еще я добавила 3 бусины. Пришиваем цветочек к косметичке. Все готово. Если вам понравился такой раскладной вариант изделия, напишите об этом в комментариях. И я подготовлю еще варианты сумочек, кошелечка и рюкзачка, которые шьются по этому же принципу. Хорошего вам настроения, благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!